30 сентября 1988 года приказом министра внутренних дел СССР в городе Калачино-Дону Волгоградской области была образована 22-я бригада особого назначения внутренних войск Министерства внутренних дел СССР. Бригада, укомплектована наиболее подготовленными военнослужащими внутренних войск, была предназначена для ликвидации межнациональных конфликтов в Азербайджане, Армении, Нагорном Карабахе, Республике Северная Осетия, Алания, Республике Ингушетия. Иногда кажется, что настоящие герои остались лишь на страницах книг о Великой Отечественной. Но в любые времена остаются те, кто готов пожертвовать самым дорогим во имя близких, во имя Родины. Были и есть такие люди и в славной боевой истории бригады. Они не искали славы и почестей, а просто до конца исполняли свой долг. Пятеро воинов-калачевцев стали героями России и навечно зачислены в списке воинской части. Пуля врага нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Нет, не закроет холмик могильный наши надежды и наши сердца. Господи славный, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют.
товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, дорогие ветераны и уважаемые гости, 2013 год особенный для 22-й бригады оперативного назначения. Страница его истории отмечена значимой датой. 30 сентября исполняется 25 лет со дня ее образования. Период формирования бригады совпал с непростым периодом в истории нашего государства. Степанакерт, Ереван, Баку, Душанбе, Схинвал, Северная Осетия, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Особая страница в истории 22-й бригады. Бригада прошла славный боевой путь, успешно решая боевые задачи. Свидетельство тому – почетный вымпел министра внутренних дел Российской Федерации. Более 800 военнослужащих награждены государственными наградами. Пятеро удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. На сегодняшний день личный состав бригады представляет собой слаженный, монолитный организм, способный решать любые внезапно возникающие задачи. Командующий войсками и военный совет Северокавказского регионального командования внутренних войск поздравляет весь личный состав и ветеранов 22-й отдельной бригады с юбилейной датой 25-летием со дня ее образования. Выражаю всем присутствующим на нашем празднике искреннюю признательность и благодарность за стремление в непростых условиях верой и правдой служить родной бригаде, приумножать боевые традиции воинов многих поколений. Всему личному составу желаю крепкого здоровья, успехов на боевом пути, мира и благополучия. Спасибо. Личный состав и командование части поздравили с торжественной датой и подарили подарки чиновники различных уровней. Уважаемые гости, дорогие товарищи, разрешите в этот праздничный для бригады день вспомнить всех военнослужащих, которые отдали жизнь в борьбе с терроризмом за независимость и целостность нашего государства. Более 130 человек бригады погибли. Предлагаю почтить память погибших военнослужащих минутой молчания.
Спасибо. Уважаемые гости, 28 сентября – день торжественный вдвойне. На территории воинской части мы открываем музей истории боевой славы 22-й бригады в новом его обличии. История бригады богата славными примерами подвигов и именами героев. Лучшие традиции духовного наследия соблюдаются и современными поколениями наших военнослужащих. В истории существования бригады немало ярких страниц, свидетельствующих о беззаветной преданности Отечеству, верности военной присяге и конституционному строю. Thank you.
офицеры, личный состав, от себя лично, от коллеги и главка, от личного состава главного управления сердечно поздравляю вас с 25-летием образования вашего подразделения. Желаю вам крепкого здоровья, успехов. Хочется отметить и сказать огромное спасибо за тот вклад, который делает ваш личный состав в общее дело в борьбе с преступностью, в профилактике с правонарушением. Ни одно мероприятие, особенно общественно-политическое, не проходит без участия вашего личного состава. Спасибо огромное. Желаю успехов в трудовых буднях, как можно меньше отвлечения от несвойственных задач –